На ремонте микроволновка Samsung с частой поломкой. Выпадает SE. Ну, можно прочитать как 5E. SE. Значит, проблема с сенсорной панелью, или это пульт управления, кто как называет. Значит, есть много видео о том, что возможно, ну, один из вариантов — это залипла кнопка. И в принципе в инструкции так и написано: если какая-то кнопка нажата больше 10 секунд, то выпадает вот такая ошибка. Проверить в принципе просто, и с этого я и начинал. Я просто вот разъединил, взял потихонечку, раз зацепил за край, разъединил две части. И смотрите, нажатие происходит, когда вот эта часть, вот эта часть соединяется с вот этой, вот эта с вот этой. Вот в таком состоянии они ж не залипли, кнопка не нажалась. И все равно, да, вот смотрите, если вы рассоединили вот на эти две части, и у вас ошибка при включении SE пропала, то да, у вас одна залипла кнопка. Каким вот образом это может произойти? Ну вот вы постоянно нажимаете на кнопку, и она так бы растянулась, эллипс образовался, ну или такая дуга, и она постоянно контактирует с какой-то кнопкой. Это можно определить, ну, чаще всего ж вы эти кнопки нажимаете, да? Вы когда отсоединяете, можете отсоединить не всю панель, а частично, вот, допустим, вверх. Первые две кнопки отсоединили вот так вот, смотрите, тут одна часть, там вторая. Включаете в розетку, не пропало следующую, не пропало следующую, отсоединяйте. И так до тех пор, пока определите, в каком месте эти кнопки залипли, или эти, или эти. И тогда просто нужно будет как бы увеличить расстояние между вот этой кнопкой и вот этой. Тут, ну, проклеить пару слоев вокруг. Не кнопку заклеить, она же должна все равно соединить. Пару слоев вокруг скотча. Но в моем случае я вот рассоединил, а все равно ошибка полностью на две части. То есть в данный момент точно никакая из этих кнопок с этими не соединяется. Но ошибка SE все равно продолжилась. И тогда понятно, что это не с этой частью проблема. А что я сделал? Это второй аспект, и может быть вам стоит проверить его сначала, чтобы не раздирать. Проблема оказалась в плохом контакте здесь в разъеме. Значит, чтобы снять вот этот шлейф, который идет от панели сенсорной к плате управления, вот здесь тянем на себя вот эту верхнюю крышечку. Немножко отодвигаем, просто от поддеваем ноготком и оттягиваем на себя. Так, мне кажется, что вряд ли покажу. Ну вот он немножко отошел. С одной стороны, снизу и сверху. Вот. Когда оно отошло, теперь шлейф можно вытащить. Все, вытаскиваем шлейф. И вот с этой части, где контакты, немножко протираем спиртиком, можно вот таким ластиком, только нежно, чтобы не стереть. Тут графитовая часть, и она нежная, просто протираем. Протираем, вставим назад, до конца вставляем, вставляем до конца, защелкиваем назад. И все. И в моем случае это помогло. И теперь уже ошибка не продолжается. То есть смотрите, как все просто. Так, вот такая штука.
Так, что-то я не доставил шлейф. Да, вставляем шлейф еще раз. Вставляем до конца. Ага, не вставил шлейф. Вставляем шлейф до конца. Вот так вот. Замыкаем. И теперь все работает. Как видим, даже легче, чем, ну, проблема может быть или здесь, и не обязательно. У меня не помогло. Я здесь полностью рассоединил, но ошибка продолжала появляться. Поэтому наклеивать там что-то смысла нет. Понятно, что когда вы разъединили две части, понятно, что они не замыкаются. Да? А в инструкции написано, что она возникает, когда одна из кнопок нажата больше 10 секунд. То есть она залипла, и возникает такая ошибка. Поэтому, ну, как видим, все неоднозначно. А есть еще проблема. Есть вероятность, что проблема вот здесь. Повторяйте, это несложно, очень несложно. И вы самостоятельно сможете решить проблему со своей микроволновкой. В данном случае речь идет о модели. Вот так. Модели Samsung CE1031R. Ну, собственно, здесь тоже это обозначено. CE1031R. Повторяйте, мира вам. Увидимся на канале. Если вам не сложно, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Возможно, вы как-то по-другому решали вопрос. Поделитесь с подписчиками канала, чтобы они тоже могли этот вопрос решать своими силами. Я рассчитываю на видео для того, чтобы помогать людям своими силами решать проблему. Увидимся на канале.